От учебных классов до хозяйственных комнат. Школа номер 46 в железнодорожном районе проходит приемку. Комиссия проверяет каждое помещение. Все должно быть готово к учебному году. Стены покрашены, парты отмыты. Сантехника и все оборудование должны быть в рабочем состоянии. Школа, носящая имя Героя Советского Союза Ивана Полбина, прошла приемку одна из первых. Ну, довольно сложно было готовиться, потому что у нас работает оздоровительные лагеря. Сначала работал наш школьный лагерь, сейчас ЦДТ на нашей базе школы. Поэтому покраска у нас запланирована после того, как 15 июля закончится очередной лагерь. А вообще все отмыли, помыли, почистили. Выполнили аварийные работы, которые у нас по весне были. Всего в Ульяновске предстоит проверить 215 точек. Это детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Проверяют их 4 комиссии, по одной на каждый район. В них ходят представители администрации районов, управления образования, общественной палаты, МЧС, Росгвардии, ГИБДД, медики и, конечно, сами родители. Конечно, в образовательных организациях в настоящий момент идут еще и ремонтные работы. Ремонтные работы проходят точно так же до 15 августа. И в первую очередь проверяются те образовательные организации, где ремонтные работы завершены. Пока в большинстве учреждений еще кипит работа. Делают косметический или капитальный ремонт, меняют оборудование. Особое внимание безопасности. В каждой школе должны работать камеры видеонаблюдения, турникеты и металлоискатели на входе. Также оценивают состояние спортзалов, пищеблоков и прилегающей территории. Анна Тищенко, Правда ТВ.